Всем привет! Сегодня мы построим панду. Перед тем, как начать туториал, давайте посмотрим, что она умеет. Ходить. Садиться. Шевелить руками и кивать головой. А также она умеет смешно кувыркаться. Любит кушать тортики. И самое главное, она обладает секретным оружием. Супер-пук! Поставьте лайк и подпишитесь на канал. А также поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Это очень помогает развитию канала, и я вам за это буду очень благодарен. Если у вас есть собственные интересные постройки, отправляйте их ко мне в Discord. Возможно, мы их покажем на моем канале. Ссылка на Discord сервер в описании. А сейчас время туториала. В воздухе строим небольшую платформу из пластика, как на видео. Ставим вот такие настройки. Уровень скрепления на красный, а перемещение на 0.5. Отступаем два деления и с каждой стороны ставим по блоку. На каждый такой сплющенный блок ставим по еще одному блоку. У каждого этого блока отделяем одну половинку. С левой стороны ставим два стереопривода, как я вам сейчас показываю. Масштабируем пластик, чтобы стереопривод мог поворачиваться. Под эти силоприводы ставим по одному блоку и перетягиваем их на другую сторону. С помощью этих блоков ставим силоприводы вот таким образом. Возвращаем блоки на место, а под каждым новым силоприводом ставим по еще одному блоку. Но сначала немножко раздвинем пластик, чтобы силоприводы могли поворачиваться. Строим ступни. Закроем все механизмы пластиком. У ступней прозрачность ставим на 100%. Вот мы закрыли тело, теперь сделаем лапы более толстыми.
Ставим кресло пилота наверху и начнем привязку сервоприводов, но сначала их нужно отвязать. Два задних сервопривода привязываем на клавиши EQ, а два передних на QE. Сохраняем и давайте сделаем проверку. По очереди, нажимая клавиши EQ, мы можем перемещаться. Продолжим. Давайте разукрасим нашу панду. Спереди строим голову, как показано на видео. С левой стороны ставим любой забор и к нему прикрепляем плоское колесо, как на видео. Забор удаляем, и теперь нужно прикрепить колесо к телу. Кстати, голова не должна касаться тела. У колеса скорость ставим на 3, а крутящий момент на зеленый. Колесо привязано на клавиши ZX. Выделяем большой блок головы, у него отключаем коллизию. Также выделяем колесо и держалку, ставим у них прозрачность на 100% и тоже отключаем коллизию. Сзади сделаем две держалки, чтобы панда могла сидеть и не переворачивалась. У них прозрачность ставим на 100%, но не отключаем коллизию. Вам нужно будет немножко потренироваться, как садиться. Потому что в этот момент нужно зажать сразу две клавиши. W и Z. А чтобы опуститься вниз, нужно будет нажать S и X. Если хотите, можете нажимать их по отдельности, но это будет не очень красиво. Продолжим. Уничтожаем это кресло пилота. Его нужно будет поставить внутри панды. Потому что на панде обычно никто не сидит. Внизу ставим блок. Масштабируем его немножко пониже. Раздвигаем его по всей длине панды. Но только не заходим к сервоприводам. Вот так, как я. Внутри ставим кресло пилота. Отвязываем от всего, к чему оно привязалось. И сейчас будем делать привязку заново. Но сначала отключаем у него коллизию и прозрачность ставим на 100%. У нижней платформы только отключаем коллизию и перекрашиваем ее в другой цвет. Привязываем, как и раньше, два задних сервопривода на клавиши EQ, два передних сервопривода на клавиши QE, а колесо на клавиши ZX. Все, наша панда готова. Сохраняем и давайте ее проверим. Чередуя клавиши EQ, мы можем перемещаться, но сначала у крыши отключаем коллизию, чтобы залезть внутрь. Чтобы сесть, нажимаем W и Z. Чтобы вернуться в исходную позицию, нажимаем на S и X. Если немного потренируетесь, то сможете сделать это, как я. Сейчас я вам покажу и расскажу, как нужно делать декор. Смотрите, как я сделал глаза и нос. Также сделайте ушки, так будет красивее.
и нужно добавить как можно больше пятен. Не слишком много, но и не слишком мало. И сзади еще маленький хвостик. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!